Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни. Сегодня, предваряя вечерний прямой эфир, тема отношений, то есть взаимодействия между мужчиной и женщиной, о том, как это строить, основные тезисы, а вечером уже пообщаемся более подробно. На самом деле взаимодействие происходит на основе осознанности, то есть когда два человека или даже большее количество понимают, для чего они это делают, то есть это... Есть, конечно же, телесное влечение, сексуальное влечение. И второе – это влечение уже умственное, когда хочется сблизиться на умственном уровне. И для того, чтобы понимать, что происходит, важно наблюдать за этими влечениями. То есть не просто вестись за ними, а наблюдать как осознанность, как сознание. Вот. И тогда будет такое понимание, что делать. То есть не ввязывание в борьбу, или пытаться навязать другому какие-то свои принципы, а взаимодействие о том, что каждый может делать то, что он считает правильным на основе собственной разумности. И второй момент, что каждый может завершить игру, когда у него действительно есть на это желание. И главное сделать это осознанно, то есть завершив все циклы. Потому что мы зачастую что делаем? Мы настолько сильно вовлечены в отношения, в игру, что считаем это все таким серьезным. И даже задают вопрос, а ты хочешь серьезных отношений? На самом деле отношения должны скорее быть осознанными, чем серьезными. Потому что серьезности в игре и так хватает. Мы настолько в нее погружены, что ассоциируемся с каждой ее частью. Ассоциируемся и с тем, и с этим. И думаем, как же нам уже поскорее это все сделать. То есть мы стараемся добиться чего-то, достичь, называем это... духовным ростом, называем это саморазвитием, называем это каким-то улучшением. На самом деле, если посмотреть на это как сознание, то есть просто посмотреть как наблюдатель, то происходят совершенно другие вещи. То есть и уходит вся вот эта фиксированность, болезненность. Постепенно, шаг за шагом. Да, возможно, не произойдет сразу такое озарение, и все, и поймешь, что это на самом деле, ну, все просто иллюзия, что это просто... какая-то игра, картинки. Такое тоже может произойти, но все равно мы вовлекаемся в эту игру. И вот такой постепенный процесс разграничения, точнее, отхождения, отдаления и наблюдения, он очень-очень помогает. Поэтому важно практиковать вот этот процесс, который называем медитацией или процесс наблюдения. То есть, когда вы медитируете, вы можете просто это делать на постоянной основе, то есть наблюдать за жизнью. И когда мы выстраиваем отношения, мы выстраиваем их на основе этой осознанности, на основе договоренности и на основе согласия. И когда это все присутствует, то не возникает конфликта. И мы можем друг другу помогать быть открытыми и честными, помогать улучшать состояние в результате общения. То есть рассказывать друг другу все как есть, делиться этим и помогать улучшать состояние. Вот в этом и есть суть отношений, их цель. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, там тоже можно писать свои вопросы. И, конечно же, приходите на прямой эфир в среду в 19:00 по киевскому или московскому времени. Там можно задать вопросы прямо в прямом эфире. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями и колокольчик для напоминаний. Вам, друзья, всего доброго и увидимся совсем скоро. До встречи!